Добрый день, меня зовут Юлия. Я представляю благотворительный фонд «Дети Белла», который занимается редким наследственным заболеванием кожи бульозный эпидермолиз. Одной из наших подопечных, глазатовой Жене, необходима наша с вами помощь. Такие детки требуют очень тщательного ухода за их ранимой кожей. Им необходимы ежедневные длительные перевязки с использованием современных и, главное, дорогостоящих перевязочных средств. В среднем на перевязочные средства необходимо около 100 тысяч рублей. И Женя не исключение. Это совершенно неподъемная сумма для их семьи, так как в настоящее время у них сложное семейное положение. Мама не работает, папа, к сожалению, семью оставил. Поэтому мама Женя обратилась к нам за помощью. Наш фонд регулярно отправляет корзины с медикаментами, но этого, к сожалению, недостаточно для должного ухода за такими детьми. Это не первый наш совместный проект, и мы вам очень благодарны, если вы еще раз поможете нашему подопечному и не останетесь безучастным к судьбе Жени. И мы соберем необходимую сумму для того, чтобы позволить ей жить полноценной жизнью.